Здравствуйте, 12 февраля 2022 года, около 16 часов дня. Иду по площади Ленина, которая, заметьте, очищена от снега и льда уже. Хоть на роликах катайся. Или там на велосипедах, на чем тут катаются летом. Здорово, да? Площадь Ленина очищена. Это прекрасно. Еще солнце сегодня так выглянуло. Гостиница «Русь». Памятник Ленину, правительству области. Там главпочтамт. Улица Горького, улица Ленина, гостиница «Салют», драмтеатр. Вот. Давайте посмотрим на каток. Против солнца не видно ничего. Не, в YouTube. Я в ТикТоке не снимаю. Сейчас паузу. Так, давайте посмотрим каточек. Хорошо катаются люди. Молодежь в основном. Можно сказать, докатывают зимний сезон. Такие условия. Такой перерыв технический, время работы. Так, солнце у нас сзади. Давайте посмотрим, как люди катаются. Молодежь. Вот здорово придумали вот этот пингвинчик, кто плохо катается. Как ходунки прям. Классно. Ну ничего, хорошо катаются, не падают особо. Весело так. Вот такой он почти весенний наш каток. Дельфинчик. Вход на каток бесплатный. Прокат коньков действует. Вот молодцы люди, катаются на коньках.
Я бы и сам покатался, но не умею. Так, пойдем дальше. Да, думаю, дай-ка сниму ролик такой, почти весенний. Еще солнце выглянуло, но думаю, все, судьба. По парку сейчас пройдем. Это улица Горького, туда вдаль уходит. Дорога уходит вдаль. Это... Там у нас Левашов спуск. Вообще вот это место называется Пролетарская гора. И этот спуск уходит прям к реке, к детскому парку. Так. Ну что, несмотря на такое покрытие, ледик там, снежок утоптанный, ходить можно. Я вот иду, ничего страшного. Птички, слышу, щебечут. Паузу небольшую сделаю. Ну, тут интересно, что гора снежная. Дети катаются. Все здорово, снег еще лежит, видите. Красиво. Долеживает, так сказать. Думаю, еще несколько недель и все, и снега тут никакого уже не будет. И в прогнозах-то нули. 0, плюс 1, минус 1. Пещерка какая-то. Сквозной выход сквозь снежную горку. Здорово придумано. Там у нас улица Пионерская. Библиотека Бунина вдали там виднеется. Ой, тут тоже плитка очищена. Это здорово, кстати. Куча снега. Вот Пионерская улица. Это у нас фонтан укрыт в зимний чехол. Слушайте, ну здорово, дорожки расчищены до плитки в парке. Когда такое было? Гляньте, как здорово. Расчищены дорожки. Можно спокойно пройти по парку насквозь. Это здорово, отлично. Даже кто там на роликах катается, наверное, уже и скоро будут кататься. Вот эстрада тут снесена. Я не знаю, где теперь будут выступать коллективы. Нету теперь эстрады у нас летней. Вот. А тут уже снежок. Ну хорошо, хоть посыпали. Год назад упал, скользнулся не сильно. Вот это старый закрытый туалет советской постройки.
Прям как бомбоубежище какое-то. Это киноконцертный зал юбилейный. Здесь размещается администрация парка культуры и отдыха. Там улица Гуртьева. Вот дом вот этот высокий. Там она начинается. Ну что сказать. Пройдем к реке. Я уже на пляж давно стремлюсь. Пойдемте сходим, посмотрим, что там. Все берега утки обкакали или еще нет, не все. Уток у нас много. Зимой они там ходят. Ну что, так посыпано песочком, хорошо. Паузу включу. Ну что, выходим к реке. Лестница сзади осталась. Выходим к реке. Река у нас подо льдом. Справа там орлик, слева ока. Это место слияния оки и орлика. А это пляж. Видимо, Герценский мост вдали. Не, ничего. Да как-то пришел сюда в ноябре, что ли, в начале декабря, не помню. Весь берег был утками усеян. Фух, горка. Даже спускаться не хочется. Так, ну что. Вот такой вид замечательный. Видим мы парочку рыбаков. Вот. Кто-то гуляет. Красиво. Небо такое красивое. Это набережная Дубровинского. Там спасательная станция. Пойдем в ту сторону. Пауза. Вот здесь хотели построить так называемый банный мост, соединяющий Советский с железнодорожным районом. Это было бы очень здорово. Такую вот тут лестницу бы сделали. А то тут просто склон. Так сказать, обрывистый берег. Была бы тут лестница такая, как Потемкинская в Одессе. Было бы, конечно, покультурнее. Вроде как все это в планах есть. Банный мост. А там у нас Красный мост. Реконструкция которого замерла. Ух ты, какую горку тут сделали классную. Ну что-то никто не катается на этой горке. Горка вообще, конечно, мощная получилась. По-моему, там трамплинчик даже какой-то образовался. Да. Пролетарская гора, Алишар Левашова гора, названа в честь губернатора дореволюционного Левашова. Спасательная станция. Там прорубь. То ли скрещение, то ли для тренировки водолазов. Не знаю для чего. А вот эту собачку я уже снимал. Может, нет. Возле уток у подвесного моста. Окинем взор назад. Хорошая сегодня погода. Пойдем пройдемся по детскому парку.
Тут аттракционы, эти тренажеры Warcraft. Воркаут. Спортивная площадка с тренажерами. Конечно, здорово, что можно позаниматься на свежем воздухе тут, подкачать мышцы. Интересно. Вот же безобразие, мост не ремонтируется. Но мы так к нему уже привыкли за всю жизнь. Плохо нам без Красного моста, орловцам. Странно. Сколько им еще стоять? Тут тоже горки. Там памятник Бунину. Городская администрация. Горки такие не маленькие. Здорово. Это у нас фонтан Кони занесен снегом. Там детский парк. Елку уже убрали. Это монумент в честь 400-летия основания Орла. Это Орлик, а там АК. Мост пешеходный, за ним подвесной, где плотины и утки. Замечательная погода сегодня. Просто прекрасная. Идеальная зимняя погода. Можно гулять, наслаждаться природой. Солнце там светит, правда. Детский парк, зоовыставка. Такие объекты. Новогодние свечи красивые. Пешеходный мостик. Богоявленский собор. Идем к подвесному мосту. Тут тоже сугробы не маленькие. Детский городок, кафе Фреш, там виднеется здание бывшего кинотеатра Победа. Дома по почтовому переулку. За этим бывшим кинотеатром Победа виднеется немного надпись Сакар, это трилистник. Вот за кинотеатром будет улица Ленина. А это три дома советской постройки по почтовому переулку. Да, снега еще много-много. Вот тут что делается. Лед с полыньями. Уток море просто. Очень много. В парке детки гуляют. Здорово, снега много, хорошо. Так, хожу к финальной точке своей прогулки. Уток тут очень-очень много. И селезней. Вот они ходят тут.
Вот видите, тут крупный какой, да? И плавают они там, и ходят. Очень их тут много. И там кормятся. Вот смотрите, видите, прям тянут туда. Шеи вытягивают, люди им хлеб бросают. Давайте подойдем с подвесного моста, снимем. Вид. Луна видна. Очень интересно. 4 часа вечера. Вот, кормятся они тут. Так. Подвесной мост. Очень много тут уток, очень. И голубей тоже, и уток. Ходят и плавают. Вслед за кормящими перемещаются по берегу, через реку. Там у нас Ленинский Александровский мост, Богоявленский собор, здание банка виднеется. Тут желтый дом забыл, то ли профсоюзов, там, в общем, какой-то дом, не знаю. Начинается улица Гагарина оттуда. 3D торговый краеведческий музей. Не знаю, что они там ловят в струях воды. Может, рыбу какую-нибудь. Но выглядит это здорово. Так. Сейчас сниму плотину с того берега и все. Вот. Плотина, Орлик, подвесной мост, почтовый переулок. Все родные и знакомые места. О, люди кормят, там прям толпа туда ломанулась, этих уток хватает еще. Волки едят. Классно. Хорошая погода. Замечательная прогулка такая солнечная. Там у нас центральный рынок, торговые ряды. Спасибо за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла. Весна не за горами.